Приветствую вас. Если честно, вот прочитал ваш вопрос и какое-то время даже не знал, с чего начать, потому что много всего написали и довольно сумбурно это все у вас получилось. Знаете, ну, наверное, первое это, я бы сказал, первое это самоуважение. Вот то, чего у вас нет, это уважение к себе. Второе это самооценка. Она у вас очень низкая. И, судя по всему, она была у вас низкая, когда вы уже вступили в отношения с другим мужчиной. Третье, наверное, четкое понимание того, чего вы хотите и что для вас ценно и важно. Четвертое, это осознание своих потребностей в контексте семьи, мужа и, назовем его так, любовника, да, другого мужчины. Следующее, это понимание своей женской модели поведения и модели поведения мужчины. Четвертое, это, то есть не четвертое, прошу прощения, а следующее, это ваши страхи, то есть чего вы боитесь, почему вы боитесь и так далее. Ну вот, пожалуй, вот эти моменты вам нужно разбирать, потому что там то, что вы написали здесь, это вот, по сути дела, ну вы пересказываете, кто что вам сказал, кто что сделал, но при этом вы ничего не пишете ни о своей рефлексии, ни о том, например, почему у вас произошла трещина в отношениях с мужем после 16 лет совместного проживания, почему вы эту трещину не попытались заделать, почему вы начали ссориться, из-за чего вы начали ссориться, и почему вы решили уйти из дома, как вы вообще бросили детей и так далее. Почему вы стали жить квартирантом, да, то есть... Ну, сперва нужно было развестись с мужем, мы с ним не разводились, соответственно, почему вы с ним не разводились, ну и так далее. Почему вы позволили другому мужчине, например, оставить себя без работы? Почему вы позволяете другому мужчине вас там оскорблять, унижать, применять силу и так далее, и так далее? То есть все вот эти вещи нужно разбирать с вами, понимаете? Может быть, ни муж, ни ваш другой мужчина вам не подходит, но из-за своей заниженной самооценки, из-за нежелания брать ответственность на себя, на свою жизнь, за жизнь своих детей, у вас все это и происходит. Понимаете? То есть нужно, в конце концов, определиться, чего же вы хотите. И вот с этого начинать корректировку своей жизни. Это то, что я могу вам сказать, потому что, знаете, вот, ну, по тексту получается так, что вас просто вот захватило какую-то волну, и вы в этой волне несетесь куда-то вот в какую-то пропасть. Поэтому вы совершенно никак не стараетесь, совершенно не боретесь, совершенно... не принимаете решения за свою жизнь, я имею в виду. Например, ушли из дома, то есть выбрали путь, например, да, избегания конфликта. Ушли из дома. Ну, хорошо. Начали жить с мужчиной, который у вас жил в том доме, рядом с вами. Опять же, пошли по пути наименьшего сопротивления. Потом ваш муж вас простил. Почему ваш муж вас простил, если у вас были общие с ним проблемы, тоже непонятно. То есть, как бы, ну, простил он вас, хорошо. А дальше что? Проблема-то осталась, из-за которой вы ушли.
Я думаю, что здесь и у вас есть элементы созависимости, потому что вы стараетесь оправдать своего любовника, и это тоже, к сожалению, очень плохо, что вы стараетесь его оправдать. Вот, то есть разбираться нужно довольно-таки тщательно с тем, что у вас произошло. И только тогда можно будет говорить о том, как вам поступать. Потому что сейчас вы не знаете, там у вас все перемешалось. Вы свою позицию даже, наверное, не назовете по всей этой ситуации. И вот, собственно, с этого и нужно начинать, понимаете? То есть говорить вам, например, оставайся с мужем или оставайся с любовником мы не будем. Просто потому что это не серьезно. Нужно сами разобраться, нужно посмотреть, какие у вас проблемы, какие у вас противоречия, конфликты, какие у вас негативные сценарии, комплексы, может быть, все это разобрать, все это проработать, и после этого вам станет понятно, как поступать. К вам самой просто-напросто придет это понимание. Вот и все. Так что я рекомендую вам выбрать эксперта и проработать с ним свою проблему вот как раз самостоятельно. Потому что и больше о себе, знаете, больше говорить о том, чего вы хотите. А тут вот вы пишете, это просто какое-то перечисление того, что с вами происходило, но не отношение к этому. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.